Снега нынче отмечает вся Русь без края и конца, и каждый твердо величает сей символ гордостью венца. Химчане отметили День государственного флага. В сквере имени Марии Рубцовой организовали праздничный концерт, посвященный российскому триколору. Жители, гости и муниципальные депутаты приняли участие в мероприятии и отметили его важность. В Химках проводится ряд проектов «Герои Химок. Мы первые». И сегодня все эти проекты патриотической направленности в том числе реализуются под нашим триколором. Впервые государственный флаг России появился на рубеже 17-18 веков. Тогда Петр I издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Несмотря на последующие перемены флага в ходе истории, триколор снова вернулся к нам 22 года назад. Спустя два года утвердили и его праздник. Этот день был утвержден в 1994 году президентом Российской Федерации. Это, по сути дела, возрождение нашей России, наш триколор. Поэтому я всех химчан поздравляю с этим праздником. Праздник прошел в прекрасном настроении под песни русского народного ансамбля. Гостям мероприятия раздали ленточки и флаги. Андрей Липанов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.